Военное положение, блядь, для миллиарда людей. Они в бешенстве из-за убийства Цзиньзе. А кто это, сэр? Он мог стать следующим президентом. Прогрессивный человек. Добивался от правительства прозрачности, честности, свободы слова. Адмирал Чан убедил немало людей, что Цзэ убили мы. Если ваша операция провалится, у Чана будет нужный ему повод подкинуть реальный объект для всей этой ярости и ненависти. Будет война. Ваша задача – вывести ВИПов из башен Джию целыми и невредимыми. Координировать эвакуацию будет секретный агент Ласло Ковик. Используйте оружие только в случае крайней необходимости. Рекер, штаб-сержант Дан считал, что именно вы должны руководить командой и отдавать приказы. Его гибель – это без преувеличения трагедия. Я бы не хотел пожалеть о том, что выполнил его волю. Сделайте все правильно. Не высовывайтесь. У вас нет права на ошибку, парни. Надеюсь, с машиной ничего не случится. Успокойся, братишка. Все будет в порядке. Ну что, звонил жене Дана? Как-то все времени не было, Бак. Да и что я ей скажу? Его смерть легкой безмятежной не назовешь, а врать я не могу. Ирландец! Извините, дамочка. Что за хрень тут творится? Полиция в панике. Но нам-то это говно по боку. Мы просто проедем и заберем наш приз, так? Вальсируя между капель дождя, да, Рекер? Я бы сейчас не отказался от чашечки кофе. Ага, а вот и мотопехотные войска. Так точно. По-моему, эти мудаки на меня пялятся. Веди себя естественно. Естественно? Слышь, чего он хочет? Я что, блядь, на китайца похож? Здание кто-нибудь видит? Дальше мы не проедем, если вы чего-нибудь не придумаете. Ага, налево. Здесь налево. Проезжаю. Вроде все нормально. Здание я вижу. А нам на какой этаж? И сколько там ВИПов, по словам Гаррисона? Трое, включая Ковика? Ковик и два местных. Ой, блин, эй, полегче там, успокойтесь. Нам нужно налево, здание слева. Черт, мы застряли. Придется выходить, парни. Дальше пойдем пешком. Вас понял. Давай, Рекер. Выйдем из машины. Сейчас посмотрю. Господа, приходите. Что нам делать? Бегать по городу – это не то же самое, что пытаться уйти с ВИПами. Расслабься, Бар. Мы доставим их на Вальхилию. Оставь это. Нет. Оттуда мы увидим все с высоты птичьего полета. Эта вертушка не сулит ничего хорошего. Что со мной? Даже о китайском спецназе не говорили. Нам нужно туда. Внизу напротив. Надо все сделать аккуратно и тихо. Наши шпионы могли опустить и что-то еще помимо этого. Нужно сообщить на Вальгирию. Крепость, это Магичек 4, есть сообщение, прием. Крепость на связи. Докладываю обстановку.
Большое скопление китайских солдат в заданной точке. Похоже на спецназ. Количество пока неизвестно, прием. Действуйте по ситуации и вытащите их оттуда поскорее. Конец связи. Понял. Отключаюсь. Пошел, пошел, пошел! Лифт здесь. Рекер, вызывай его. Давай, Рекер. Посмотрим, что у нас есть. Приготовиться! Это что еще за пукалка, мать ваша? Нам нужно в гостиницу. Не вижу. Випы наверху, значит, это небесный бар и крытый переход, по-моему, так. Небесный бар. Это точно на крыше. Ты должен позвонить жене Дана. Да, я знаю. Просто... Закрой эту чертову дверь! Эй, Уэлл! Черт! По-моему, мы только что вторглись в Китай. Придется искать другой выход. А что, у нас есть выбор? Нет. Только быть начеку и выжить. Давай найдем этих чертовых випов. Ирландец, рэп, глянь. Чему они готовятся? Противник на лестнице. Есть! Взрываю тебя! Пошел, пошел! Что дальше? Иди за балконом! Они рассыпались! Нам VIP-ложу.
Бляха-муха. Защитная дверь. Поколдуй-ка, Бак. Секундочку. Дьявол! Херово! На крышу летит! Рек, следи за окнами и будь готов. Ты мины-то захватил, Рек? На позицию! Они на балконе! Почти готово! Паша, стреляй, Рэк! Иди между железом! Поменяли, можно в путь. Есть. А теперь что? Теперь чисто. Давайте, парни, я закончил. Фух, проще не будет. Я. Все целы. В порядке, Рэк. Пошел, пошел. Мы уже близко. Господи боже, ёлки-палки, тут в живых никого. Вы припозднились. Чтобы пробиться наверх через разведчиков, требуется время. Поэтому я и поменял комнаты. Если ты ходишь, Ковик, мы тебе, черт возьми, зачем? Выйти на улицу труднее, чем в коридор. Заходите. Ну же, Рекер! Где машина? Машина? По улице нам не проехать, там полно китайских солдат. Ну, охренеть можно. А что это за випы? Это очень важные люди, женщина и ее муж. Мы должны вытащить их отсюда в целости и сохранности. Я Ханна, а это мой муж. Спасибо, что пришли. Извините, сэр. Простите, мэм. Вы меня понимаете? Вы в порядке? Передвигаться сможете? Мой муж ранен, ему нужно отдохнуть. Времени отдыхать у нас нет. Я заметил вертолеты на крыше, надо уходить. Значит, идем наверх. Что? Захватите вертолет, а я его поведу. Нравится или нет, но таков план. Или есть варианты, сержант? Теперь мы вертолеты угоняем. Мы закончили. Моему мужу нужна помощь. Все это насилие. К
чему оно приведет, сержант? Это не... Спасибо, что пришли, сержант. Я благодарна вам. Пошли. Быстро. Вперед. Вперед. Беги, готовы? Беги. Не высовываться. Пошли, Рэк. Выбора у нас сейчас нет. Идите вперед. Сэр, мэм, ждите здесь. Ладно, идем наверх. Осторожно, Рэй.